Автомобиль и торговый павильон горели сегодня ночью в 22-м микрорайоне. Злоумышленники подожгли ВАЗ 1981 года выпуска. Машина не на ходу, по словам свидетелей, она простояла на улице с осени. Поджигатели повредили еще один автомобиль, припаркованный по соседству. Вскрыли окно и сломали боковое зеркало. В результате пожара машина повреждена во всей площади, салон выгорел полностью. Предварительная причина пожара – поджог. Виновное лицо, ущерб устанавливается. По данному факту проводится доследственная проверка. Торговый павильон вспыхнул часом позже. Почти полностью выгорела входная группа. По словам очевидцев, в микрорайоне орудовали малолетние хулиганы. В обстоятельствах сейчас разбираются сотрудники отдела надзорной деятельности и полиции.